Всем привет! Продолжаем гулять, смотреть интересные места. Вот в Риме я нашел обалденный магазин шоколадный. Просто слюнки текут. Вот это вот идет, просто по стене стекает шоколад. Это шоколад Венчи. Ну, по-моему, так звучит в транскрипции. Но история, она началась в 1878 году в Турине. Сильвестро Венчи решил открыть свою мини-кондитерскую. До этого он путешествовал, смотрел, учился у кондитеров. Ну и в 16 лет, как гласит история, устроился работать помощником шоколатье в одну кондитерскую фирму, мастерскую тогда так называлась. 4 года он смотрел, подбирал какие-то ингредиенты. Ну, накопил собственный капитал, купил 2 бронзовые кастрюли и начал делать шоколад. Открыл в 1878 году свой собственный шоколадный магазин. И я хочу сказать, что шоколад у Сильви Венчи, Сильвана так его звали, Сильвана Венчи, так получился неплохой. И, в общем, до сих пор пользуется спросом. Это огромная компания. По всему миру можно найти бренд этого шоколадного магазина. Это уже производство. Я пробовал, хочу сказать, что достаточно вкусный шоколад. Ну, просто вкусно. Я не знаю, что они там добавляют, но просто вкусный шоколад. Но, ремарочка, у нас не хуже. Точно не хуже. Но шоколад Венчи мне очень понравился. Вот такой магазин я нашел в Риме. Просто решил вам показать. Ценник достаточно приличный. От 5, ну, в общем-то, и выше там. И 30 есть, и 40 я видел евро. Плитки шоколада. Вот так. И выше евро за какую-то плиточку шоколада. Ну, собственно говоря, вот и все, что я вам хотел рассказать. Будете в Риме, вдруг зайдете. Раз, вспомните меня. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Пока-пока.